Да, прикольно. Я, кстати, ни разу ни одной лекции ура не слушал и давненько думал послушать, и что-то вот как-то даже набрал себе плейлист, и не было подходящего момента. Вот и взял, типа, подкинул, вот, скорее всего, сегодня и послушаю. По поводу вот этого вот, то, что ты говоришь, типа, аж тело расслабляется, да, вот этот момент, когда все меняется, когда ты попускаешься. Я прям вообще прекрасно понимаю. Вот у меня примерно, знаешь, когда произошло вот это тотальное отпускание, оно было где-то январь, февраль, меня начало ломать жестко, вот в этом году. То есть это получается где-то за полгода, ну, чуть, ну да, где-то за месяца 4, наверное, до дня рождения. Февраль, пиздец. Март. Я как будто, короче, перед тем, как выйти на какой-то другой уровень легкости, прошел через какое-то дно, блядь, тяжести вообще новое для меня, потому что у меня не было нахуй ни инструментов, ни понимания того, что происходит. Как, не было даже как будто способности вывозить, типа так много на меня не вешали никогда. И я просто реально, блядь, валялся и, ну, не понимал вообще. То есть проблема-то была в том, что я в этот момент, ну, погрузился уже в отождествление, да, что типа, блядь, что происходит, так тяжело, это что такое-то, что с этим делать? Вот, а оказалось, что ничего не надо делать, это просто трансформационные такие мутации какие-то, видимо, происходили, и вот это преобразование, оно, знаешь, просто так вытолкнуло, типа, куда-то в... вытолкнуло в какую-то новую, ну, вот это новое для меня состояние. То есть оно как бы, знаешь, оно как будто об одном и том же. То есть я как будто витками прям иду. То есть состояние очень сильно напоминают те уровни понимания, восприятие, на котором я нахожусь, я как будто возвращаюсь туда же, да, я как будто в спиралевидном движении вверх таком иду. Но вот глубина тотально отличается. Я прихожу к тем же вещам, прям одним и тем же вещам, но то, как я туда прихожу, они проще. Объяснение этих вещей проще. Сама суть этих вещей проще. Типа раньше я сложности искал, а сейчас я понимаю, что все самое важное, оно, блядь, оно самое простое. И именно поэтому это самое сложное. Потому что ум не верит до конца. А ты, когда находишься в отождествлении, именно вот эта вот неспособность принять, что все на самом деле так легко, и останавливает от того, чтобы реализовывать эту жизнь в соответствии с такой легкостью своей. Вот, поэтому я думаю, что у тебя же 29 сейчас, да? То есть вот сейчас как раз начался вот это вот цыганские танцы преобразованца. И типа в течение этого года, мне кажется, то есть когда мы были у тебя, по-моему, праздновали? Июль был, да? То есть 14 июля вроде. Смотри, короче, в следующем году Где-то февраль. Посмотри там, когда Юпитер возвращается, посмотри, когда Сатурн там возвращается. У меня просто совпало еще. И май, июнь меня прям плющило вообще нормально так. 25 мая, 10 июня, там вот что-то как раз тоже заканчивало свой круг очередной. И вот я в этом круге прям так вообще тотально ебенился туда-сюда. Ну вот, вылетел потом и такой... Типа я еще расслабленнее. Я на том витке думал, что я уже расслабленнее. А сейчас я опять, типа, еще более расслабленный. Я думаю, вау, это что, ну, вот так вот каждый виток так будет. Это вообще аж офигенно. Просто сейчас, типа, больше расслабленности, чем напряжения. А раньше было, типа, такие, знаешь, глимпсы. Такие проблески расслабления сквозь тотальное напряжение. А сейчас, типа, напряжение, как это, как такая тонкая струя иногда бьет в тотальном расслаблении таком. Вот.
Так что да. Но ко мне, если честно, уже людей магнитит. Просто дай боже. И... ну, я не знаю даже, как описать. Просто такие, ну, блин, разговоры всякие. Люди такие открываются, незнакомые. Бля, вот эти вот встречи, случайные совпадения, как они там описывают, как они хотели отписаться от моей группы, на которую они подписались, а в итоге зашли, увидели, что у меня был курс, зашли, и, бля, и им это жизнь спасло. И вот мне вчера чувак написал полотно такое, что он, блядь, вообще, типа, благодаря моему курсу ожил просто и вернулся обратно, и вот у него есть силы просто сопротивляться непринятию семьи, там, и он хочет еще другие вещи делать, и... я вообще, бля, в рот ебал этот курс, на самом деле, если честно. Ну, как бы, как вчера, позавчера купил у Ромы эти мотивацию свою. У меня мотивация невинности. Я прослушал, блядь, это настолько в точку, короче, это настолько в точку. Он там сказал все, говорит, а у него тоже просто мотивация невинности. Он говорит, все, что я делаю не из желания, не из страха, не из нужды, не из чувства вины, не из потребности какой-то, а просто потому что, блядь, просто потому что это моя жизнь, просто оно само течет так. Я, говорит, что люди воспринимают как мой бизнес, я, говорит, этого не хотел, оно так получилось. И самое интересное, говорит, что люди воспринимают меня через то, что я делаю, через мой бизнес. И я такой, блядь, да, говорю, потому что... это вообще не то, чем я занимаюсь. Вот мое присутствие в соцсетях — это не то, чем я на самом деле занимаюсь. У меня вообще другие процессы. Они намного глубже, намного тоньше, намного медленнее, намного интереснее для меня. Но я вообще не знаю пока, как об этом говорить. Ну, типа, у меня пока нет возможности. То есть то, что я выдаю, это, типа, максимально пережеванное и, я надеюсь, понятное. Потому что у меня внутри прям, ну, совсем далеко. И Рома, короче, об этом говорит. И я такой, нифига, типа, есть чел, который тоже прям понимает, о чем речь, и при этом еще и объяснил мне самому. Так прикольно. Он сравнил бизнес, он говорит, мой бизнес, это, знаете, как есть, блядь, говорит, старая рубашка, такая старая футболка в шкафу, говорит, которую ты когда-то купил, ты про нее уже забыл, она вот есть, и вот она по наитию просто взяла и стала бизнесом. И еще и работает, типа. Я такой, офигеть, вот так и есть. Да, надо посмотреть, что к чему идет. Вот у меня прям паттерны форсирования мощно включаются. Вот на Юаске тоже меня прямо растение останавливало. Говорит, не торопись, ничего не форсируй. Медленно, медленно проживай все свои процессы. Прям медленно это все было. Если что-то понял, дай этому перевариться внутри сначала до конца. Дай этому перевариться, и когда ты точно понял, тело начнет по-другому действовать. Само встанет, само перестанет делать что-то, если ты делаешь что-то не то. Не форсируй. Не форсируй. Прям так заботливо все это было. Не форсируй. О, только проснулся. А, ну вот, и курс, который я сделал, вот это я есть. Вот он, короче, примерно соответствует тому, тем процессам, по которым я прохожу. То есть, если все остальные, это типа то, что я адаптирую, да? Недавно тоже слушал у Ромы «Ворота ассимиляции». Типа, что генетические трансформации, они могут происходить только если... следующее звено цепи не сильно отличается от другого, что означает, если ты подаешь информацию тотально невоспринимаемую другими, майя не дает возможность этой информации распространяться. Потому что изменения происходят не скачками, они происходят типа от этапчика к этапчику микроизменениями. То есть то, что ты должен давать, должно быть понятно, но чуть-чуть отличаться от того, что они умеют, могут, понимают.
Потому что если я буду выдавать со своей колокольни, то это типа вообще не... Не будет распространяться, как кровь по венам мира, знаешь, потому что слишком, слишком другое, слишком сильно отличающееся, слишком взрывающее. И вот этот курс, я есть, который я сделал, вот он, короче, максимально приближен к моим процессам. Типа то, что я там выдавал, он максимально приближен к тому, через что я прохожу. И он живой, короче, в этом смысле. То есть это прям мои процессы. Вот, так что как почувствуешь, тоже дай знать, как захочешь. Ну, или если ты чувствуешь, что кому-то он нужен, он там про приближение к себе сквозь шум ума. Собственно, про то, про что ты говоришь, да, что типа, бля, у меня всегда все это было. Но я бы, знаешь, как эту метафору даже объяснил, что ты как бы с собой постоянно носишь... Не знаю, у меня знаешь, такие неточные метафоры, у меня какое-то ощущение, что сюда можно подобрать супер острую метафору, которая прям пронзит. Она когда-то созреет, вылетит, мне кажется, из меня. Сейчас какие-то такие ватные метафоры появляются только. Из разряда, типа, у тебя была ценность, которую ты не видел, ты носишь с собой мешок, там еще мешок хлама, и в этом хламе ты не видишь эту ценность, но это не про это, типа. Это скорее, что ты всю жизнь, типа, носишь на себе вот очки, да, которые мешают тебе видеть, и потом ты забываешь просто, что у тебя очки, и, блин, на них налипает пыли, пиздец. И потом кто-то тебе в какой-то момент подходит и говорит, а ты чё в очках? Ты такой, ёбаный в рот, а чё это я в очках? И снял, и без них так пиздато, и всё видно, и, блин, ничего не мешает. Да, короче, послушаю сегодня лекции. Послушаю сегодня лекции. И что еще? И сделаю один курсик для музыкантик. Делаю супер тупой такой для меня курс, типа как уметь фокусироваться, короче. Знаешь, что я еще подумал про 27-й год? Почему про 27-й год речь? Почему произойдет что-то, я как жопой чувствую тоже. Сейчас ты знаешь, да, что есть люди, которые родились не в 1990 каком-то, блядь, году, и они уже взрослые. То есть, и, ну, вот люди, которые родились там 2000 и позже. Это тот массив, который сейчас составляет, мне кажется, наибольший объем биомассы. Ну, они же тоже, ну, через свои циклы проходят. Прикинем сейчас там, кому-то там 15, кому-то 18, кому-то 20. Они все еще думают, что жизнь, она такая веселая, вот как с пацанами со двора. И какое же их ждет разочарование в 25, в 27, и как же их ебнет в 30. И вот прикинь, сколько сейчас вот этой вот биомассы тиктокеров ходит, которая вдруг осознает, что жизнь — это немножко другое. И что вот это вот ощущение, которое у них есть, гейн, бля, на 150% выкрутили, и они не знают, что делать. То есть я вообще со своими способностями понимаю, что хоть, блядь, машиностроение нахуй падает, хоть интернет ебанется вообще, хоть еще что-то. В мире, где люди не знают себя, вот я-то, блядь, не пропаду. Вот я-то не пропаду. В мире, где люди отказываются, потому что это трудно, а я так назад смотрю и понимаю, пиздец, сколько глубины у меня вообще? Просто охуеешь. Я смотрю на эти книги вокруг меня, да, в моей студии, и понимаю, что, бля, люди другим ведь заняты целый день, каждый день. Пока я, блядь, как шахтер просто хуярю в бездны
темноты сознания, знаешь, и не удовлетворяясь текущим уровнем, но при этом находясь в балансе и понимая, что все в своем темпе, и мне просто по фану, и даже тяжесть мне этого по фану. Я даже знаю фазы страхов, я знаю, блядь, фазы ментальных процессов, я распознаю их и такой, блядь, рукой машу, как эти, знаешь, эти грузи на рынке, типа, пришел, и там все свои, как бы, и ты такой, блядь, Гога, здорово, этот здорово, этот здорово, давай туда-сюда пару слов, да? Все знаешь, каждый страх знаешь, каждый привкус знаешь, каждый, блядь, вообще все, представляешь? У тебя есть все инструменты, чтобы не наебываться, не спотыкаться, не останавливаться, не тормозиться. Ты просто можешь пердолить вперед. Без трения вообще. Я так выдыхаю вообще в этом году, просто я такой, фух, прям, типа, наконец-то я ощущаю дивиденды. Прикинь. При этом я был в процессе грандинга такого, в котором я не ждал их. Я понимал, что в какой-то момент я начну их получать, но я думал, что это как деньги придут или как еще. А оно пришло пизже, оно пришло в качестве вот этого ощущения свободы и ощущения удовлетворения внутреннего и ощущения, что ты не способен, ты вообще неприкасаем, короче. Неприкасаем, реально. Вот только голову отрубай. Не прикасаем. Ничего вообще тебя не трогает, пиздец. Вообще. И в мире, где каждый сейчас на онлайн-психологе, психотерапевте и вот этой всей ебатории, которая еще одна полная хуйня. Полная хуйня вообще. Что людей там, блядь, через... людей, которые не чувствуют других людей, которые пошли туда, потому что они из головы решили, что они психологи, действуют, блядь, по инструкции из книжек, понимаешь, ничего не чувствуя. Вообще, я такой пиздец. Я, блядь, слушаю этих заслуженных психологов, научных деятелей, заслуженных там ра-ля-ля, тра-поля, и как они говорят, и мне хочется подойти, так, знаешь... Так вот, я прям представляю себя таким черным чуваком эмоциональным, таким экспрессивным, который кипит уже, блядь. И он такой подходит и прям еле сдерживается. Так... И такой пощечину, блядь. Тыщ! Уйди! И уходит. Но я думаю, они сами отвалятся. Я не думаю, что, точнее, они отвалятся. Во-первых, я не хочу всех людей мира, чтобы ко мне прилипали, потому что у меня тогда не будет пространства моего. А это, кстати, еще один нюансик. В один момент хочешь очень много людей, в один момент они прилипают к тебе так, что ты такой, блядь, а когда мне дышать? Всем я нужен, все ощущают мою энергию, а я сманифестировал их всех. Типа, всех хочу к себе. Потом понимаешь, что не все к тебе подходят. Не все тебе подходят еще. Есть люди, которые думают, что они тебе, точнее, ты им подходишь, а они к тебе, а тебе не подходят вообще. Они не врубаются, блядь, вообще ни в единое слово, потому что они все это через голову пропускают. Вообще не твои люди. И вот понадобится время, чтобы отфильтровать всех людей. Именно поэтому я вообще не парюсь, а говорю, как есть теперь. Потому что это максимально... Ну, видишь, у меня еще 39-е ворота есть. Да, провокация, эмоциональная провокация. Тестирование вибрации своих людей через эмоциональную провокацию, которую я знаю сознательно, как вызвать, чем, какими рукоятками внутри, блядь, стрессом, не стрессом, словами, ахуем, шоком. Немой человек сразу отписывается, понимаешь? И я вот сейчас это наблюдаю. Но при этом люди не видят, что внутри происходит. При этом очень много людей начинает в более тесные отношения со мной входить. Я понимаю, что чем больше я — это я, вот про чем мой курс, да, тем больше мои люди тянутся ко мне. У нас с ними еще больше резонанс. Амплитуда вот этого вот резонанса становится выше. Они еще глубже чувствуют близость. И я еще глубже начинаю чувствовать их, потому что они открываются.
Я начинаю быть более благодарным им. Такой вообще прекрасный танец происходит сейчас. И тем не менее, я вот оставляю вот это пространство и понимаю, что мне в любом случае, как бы мне не хотелось, да, там, вести, помогать, служить, мне нужно очень много времени наедине с собой, прям очень много времени. Часов 6, 7, 8 в день. Если этого нету, то это все прям... У меня батарея садится, у меня все падает вниз. Вчера такой черновичок на гитаре. Я сплю в студии, бро. Сейчас я тебе покажу.